Группы, в которых нет хотя бы одного нолика, я их удаляю. Остались только три группы предикторов, точнее параметров. Итак, это количество дипломов. Как мы видим, чем больше дипломов, тем более толерантное отношение. Потому что вот у нас предиктор, этот, когда у нас нет дипломов, уводит в нулевую область результирующую переменную. Когда же у нас количество дипломов 2 и более, то есть это четвертая категория, тогда у нас стоит нулевое значение, то есть фактически увода в отрицательную область не происходит. Ну или в нулевую область, в левую, короче, область шкалы. Что мы видим по сочетанию наличия диплома и возрастной группы? Для тех, у кого нет дипломов, чем старше, тем хуже отношения. То же самое прослеживается и для группы, у которых есть уже один диплом. Тоже молодые имеют позитивное, более позитивное отношение. Те, кто относится к средней возрастной группе 29-39, у них уже нету позитивного влияния. Смотрим сочетание уровня образования и периода, затраченного на образование. Мы видим, что для самого низкого уровня образования, то есть среднее, неоконченное, высшее, в сочетании с периодом наименьшим,